чемпионату мира по футболу 2018 года Татарстан должен решить проблему теневых перевозок. С июня красный свет при въезде в столицу загорится автобусом без специального разрешения. Вопросы безопасности дорожного движения обсудили сегодня на совместном заседании Кабинета министров и коллеги МВД. В Казани закроют газораспределительные станции. Вместо них сегодня в Пестричинском районе открыли ГРС «Богородская». Мощность станции более 5 миллиардов кубометров газа в год. Это позволит бесперебойно обеспечивать столицу голубым топливом. Рустам Миниханов передал флаг движению WorldSkills экипажу корабля «Союз». Российские космонавты с Байконура отправились на космическую орбиту. Они доставят знамя движения рабочих специальностей на борт МКС.